Отправимся на Стэмфорд-Бридж. Как всегда, под огнем критики находится Маурицио Сарри. Болельщики не любят тот футбол, который показывает их команда. Ну и мы послушаем как раз болельщиков. Вестхэм против Челси. Это книжная история Дуги Примсона. Это воспоминания, но сейчас это актуальный день. Но он пришел со своими идеями, говорит болельщик Челси о Сарри. Для того, чтобы эти идеи утвердились в команде, нужно время. И мы видим, что сначала эти идеи были приняты, а потом отторгнуты. Вот мне не нравится эта тенденция, рассуждает болельщик Челси. His main man. But человек, на котором он сделал ставку, Жоржиньо, но он не забивает, и он не привносит в нашу игру столько, сколько нужно, чтобы мы добивались больше побед. А Эден Азар в сумасшедшей форме. Я очень большое удовольствие получаю, когда смотрю на игру Азара. Мне, правда, кажется, что он не слишком подходит именно к футболу Сарри, потому что Маурицио Сарри говорит о том, что матч с Тоттенхэмом будет... потому что с Тоттенхэмом всем тяжело, а мы будем биться до конца. Мы не отпускаем надежды оказаться в Лиге Чемпионской четверки, до которой, в общем-то, рукой подать. Болельщик Вестхэма подчеркивает свою любовь, но при этом оговаривается к Пеллегрини. Сначала казалось, что он тот тренер, который нам нужен, но мы так нестабильно играем. И плюс ситуация с Арнаутовичем, которая как будто бы надломила команду. И надломила игру нашего Вестхэма в атаке. Мы можем выиграть 4-3 у Хаддерсфилда, а потом проиграть Кардиффу. Мы в атаке не так хороши, как должны быть. И я даже не могу понять, какие эмоции этот сезон мне дарит, потому что эти эмоции слишком разные. Ну и Арнаутович, который был одной ногой в китайской лиге и практически ушел, потом остался. Он бы мог стать звездой нашей команды, он бы мог стать лидером нашей команды, а может быть и лучшим бомбардиром всей лиги в составе Вестхэма, но он предпочел другие игры, и это, конечно, огорчительно. Речь об Арнаутовиче. А Деклан Райс, человек, который недавно дебютировал в составе сборной Англии, говорит о том, что мы не хотим смотреть на Арнаутовича как на врага команды. Мы знаем, что он удается целиком игре, и что он может приносить пользу, когда он в порядке. Вспоминаем матч архивный, когда Фернандо Торрес на болотистом поле забивал важные голы ворота Вестхэма. Ну, я помню еще старые матчи. В Кубке Лиги, помнишь, как мы играли? Это была бойня и на поле, и на трибунах, чуть раньше, и Ди Каньо. Все это, конечно, нельзя выкинуть из памяти. Это принципиальный матч. Мне кажется, что если мы ничью завоюем на выезде, это будет для нас неплохой результат. У нас впереди Манчестер Юнайтед и Челси на выезде. Это большое испытание для нас, говорит Пеллегрини. Мы готовимся в Сочи. Большой ответственность. Мы хотим сыграть именно большие эти матчи максимально хорошо. Я думаю, что Вестхэм отдаст Челси мяч. Думаю, что они сделают ставку на контратаке. У них очень быстрый переход из обороны в атаку. И поэтому... Поэтому это будет матч атакующей и контратакующей команды. И, конечно, сдержанные пожелания удачи.